Гламурный стилист, имиджмейкер и дизайнер Таир Марасулов отметил свой день рождения. На праздничной тусовке молодой человек сам себе преподнес главный подарок. Таир в этот вечер представил новую коллекцию одежды. Линейка рассчитана на тех, кто хочет выглядеть круто и модно как во время спортивных тренировок, так и в повседневной жизни. Для многих коллекция может показаться несколько откровенной, но в этом и есть ее плюс. Это откровенная одежда, она для спортзала в основном, да. Потому что в спортзале главное видеть всю группу мышц свою, да, видеть, что ты качаешь, как это растет все, и желательно, чтобы было все как бы открыто. Куда-то съездить по городу, то есть какие-то определенные дела, все делать спортивно, это удобная одежда, ее можно носить куда угодно. Благо, откровенные шортики и обтягивающие маечки красовались не на моделях с немного поднадоевшими постными лицами, а были представлены весьма эмоциональными профессиональными спортсменами. Затесались в этой мускулистой компании Турал Эверест и Ахмед из Домино. Сегодня я себя видел в стиле такой R&B попса, а так я всегда же хожу в классике, так что мне очень сегодня сильно вечер понравился. Кстати, вдохновила Таира на новую коллекцию его супруга Дарья Марасулова. По совместительству красотка является и бизнес-партнером любимого мужа. По ее словам, эта коллекция будет продаваться по весьма доступным ценам. Если честно, я еще не подсчитывала себестоимость этого всего, но я не хочу, чтобы коллекция была дорогая. Мне все-таки хочется, чтобы это было по демократичным ценам. Засветился на тусовке наш прославленный Джак Алип. Отмечу то, что это тот человек, который в сфере вот индустрии этой, скажем так, если можно назвать ее, красоты и стиля. Это тот человек, который сделал что-то свое, не похожее на что-то другое, и получил в этом признание. Вот, поэтому он красавчик. Венчал вечеринку черный торт с большой короной, который сам именинник разрезал на щедрые кусочки и от души накормил самых близких, в том числе и камеру лучшего музыкального.